На Химору. Пипец, Тагар, что за сложные имена? Еще и человек. А, он что, человек может быть за Орду здесь или что? Не Ренегат? Ренегаты могут. Намного интереснее, чем на циркуле сидеть. А? Ну, я типа говорю... Это, это да, да. Не обоссанный циркуль, где целка РС и больше ничего не знаешь. Так я так Гипу все не сказал. Че не сказал? Так и сказал сегодня. Кому, кому сказал? Реневалу. А, да, и что он говорит? Ничего интересуется. Другой здесь всегда интереснее. Он сказал, нихуя, резку и СВК пока интереснее в бесшмоке. Ну, тоже как пошутило, само собой. Да я не знаю, мне кажется, как они с ума еще там не сошли, блядь. Циркл навсегда. Я все сказал. Я тоже тренировка циркуль на всю грудь. Если ты с 2015 играешь, то ладно. А если с 2016? Ну вот, видишь. А если с 2009, то, блядь, лучше ну его нахуй. Мне тогда с ним лет было. Отходите назад, отходите назад. Надо сумануть Тинку. Кот, слез с дерева, ты где? Настя, короче, ты теоретически можешь быть ребенком Войда, да? Ну это типа... Ужас. Вот вы шутите, а оно так и есть на самом деле. Можно там как кулачок ныть? Да не. И МП5 бафните, пожалуйста, по шаманам. В 12 лет, чтобы, блядь, уже ребенка заводить, нихуя себе. Ну я РНТВ смотрел, как бы, вполне нормально. А, ну раз по РНТВ, там точно врать не будут. Орлок на списке. Да тут что-то Локи, я не знаю, хуй забили, наверное, сами бегите, блядь. Ой, блин, ложно. Я с умом. Пипец, воет. А, точно. Я же пойду в другой Накс. Это Орландо, не Бигвар, а Бигвина. Там Бигвар, я специально вышел со старт, чтобы это место там было. Бигвина? Да. Друид, где еще шестая группа. Какие? Друид, шестая группа. Так. А... Друиды размножаются. Все, спасибо. Милики, ловите баф. Че, поехали, наверное, да? Арси там нет, офнут, очень я релогусь, релогусь. Уже почти загрузился. Блин, я курицу заюзал. Вообще. А че милики с лакера, блин, инженеры не могут курицу сделать? Я не инженер, хотя очень полезно. Пошли смотри, молодец. Они сзади. Берешь, просто бьешь. Во мое. Сзади мол. Стоп, да, назад, да? Назад, назад, назад все. Ну пиздец, вы гоните. Это курица тупая. Не везет тебе это, Сань. Ну то, что босс подходит и это, а мы что-то там релогаться начали. Ну, в прошлый раз все было чики-пуки, да. Она просто лоу-левелшная, поэтому тут надо очень быстро реагировать. Это курица с классики, которая она тут тоже? Да. Да, да. А чё там, Марти? 5% хосты так-то вообще дает. Чё ты там линкуешь? Ну вот это чё за плечи? Чё? Идите, может, босса уже запускаете.
кто танчит. Ты единственный танк, у тебя же ДД нету, иди танчи Химура. Мы тебя если что прожмем, зажмем, выжмем. Только где твой боёжик? А, он за детьми пошел. Этот РДД, Тимбыч, ты сейчас сдохнешь, подлина. Ну вот, подождите 5 секунд. Так, все, идите. Огни еще набуривайте в следующий раз. А что, все ушли с напой? С этих сроков? Твой хантер здесь, по идее. Трэш бежит. Нарика. Загри. Химура. Рассказывайте, что вы делали в 2009 году. В армии служил. Фига. Сколько вам лет было? 7. Вот, тебе сколько было? 17. Это был сложный год. Налоги, катастрофы, проституция, бандитизм и добор в армию. С последним месяцем было нельзя, поэтому половина ряда тогда служили в армии. А после них за дело принялся значит человек, Войд. Он собрал всех тунеядцев, дураков и коллег на районе и создал гильдию Слезного Голона. Тунеядцев. Сейчас кто-то телек РНТВ включил? Бля, ну это же цитата с ДМБ. Я думал, люди узнают величайший русский фильм. То разве не из приключения Шурика? Типа стройка, алкоголики, тунеядцы. Ну это соответственно, а я сейчас про ДМБ. Ну там, где Сусика видишь, нет, я не вижу, он ну, есть. Ну да, что-то там наркомана, этот майор или что-то там отправили туда. Да. На охоту на кабана. Ой. Бля, пожалуйста, не пересмотрю. 27-й раз. Интересный босс, конечно. Мне больше нравится там, где как этот, на призыве, который был в первой части. А, мы что, уже забыли босса? Ну, убили почти. Да. Я вальтабе затыкал. Да, и кнопку поставил один. Ну, я макрос нажал, типа 1-2-1-2-1-2, и все. Ну, точнее, 1-2-2-1-2-2. Рекомендуй мне тоже. Ты их пал, тебе думать надо. Что мне думать? Просто где света кидаешь, отходишь. А, так ты квест ходила сейчас на руки, да? Нет, я на руку заходила, чтобы запилить. Вот такой. Для Тимыча сейчас. На тебе есть проблема. Я не буду подходить на верхнюю. Во.
Пипец был скучный. Ну ничего, сейчас на глута придем. Опа, смотрите, какой глут упал. Щит. Чё-то лук. На танк сыпет. Всегда на танк сыпет. Надо тебе на мишку, кто там с дерева вот это или так. Ну, я третьего мишку делал. Ну, типа, какого-то там. Но это не обязательно вообще. Два чела прибыли квесты, кстати. Тагариус отдайте, он же у нас за восьмерых танчит. Ну, уж вроде есть такая. Так он же Химура, а не Тагариус. А тебе надо на ДК, Тагариус? Он сказал, типа, если никому не надо, можно мне, пожалуйста. Ну этот, возьми у этого, у дерева, дерево передай ДКшнику шею, пускай таскает. Так, чё это? Тут этот, маги танчат, пипец. Танки бегите загодя, трэш. Тут сейчас кривик сложит. На всякий случай, да, тут как бы танков нет. Да нормально. Я тоже... Какой-то себе танк. Там типа танков сейчас нету, сейчас фурики танчит клипса, и то с меня не забирает мобов. Не, ману, не делайте так. Я хотела только написать клипсе, типа танк с перкаси. Денис, тебе надо этот щит? Власа. А... 19. Почему Кашкалюб забрал это колечко? Я не знаю, как это случилось. А кто там рулил второй с Кашкалюбом? Я рулил. 10%. Каноме. А он за 100% забирал. Поэтому он и забрал. Так у него ГЕП нет. Ты закинь тогда. Какая разница? Система работает так, что если ты нажал, выше приоритет. Тихо-тихо. Это у него твинк. Отдай на мага лучше. На твинке да, потом позабираешь. Слышишь, Кашкалюб? Мне оно надо, у меня на МП5 стоит просто. Отдай, дай магу лучше, пускай у него крит будет. Пусть кинет трейд. Кому? Кашкалюбу. Короче, Настя, время протопало делать. Ну я уже рука танчу в ретрике, в принципе, начало положено. Но мне больше рогой нравится играть. Так, клипса в другой раз, сначала хант заберет. Че, вы обратно позаходили? Так у него 215, ну ладно, я не жалко. Такой обиженный. А чё скинуть? Да, да, вот этому ДКшнику, да? Шея. У него там 200, ему получше будет. Пока он в танке все-таки. В принципе, вывезешь. По идее, должен вывести с этими хилами. Че, босс идет, че, вы все здесь? Нет, нет, бивара нету, сумолите, пожалуйста, шкаф подымите. Босс идет. Пипец, не успеваем до 11 закрыть. Почему? Ну, на каждого босса где-то по 10 минут. Уже 40 минут еще есть. Чуть больше. Рыбку не поставить, да? Рыбу сейчас поставлю. Че там, кто танчит?
да. Тим Бич. А кто такой Фаерберг? А? Фаерберг, маг. Магновый. Фрайберг. Да нет, это чей-то альт, это, наверное, Азраил. Нет, не альт. У Азраила Тренуид. А, его пробивает, как не знаю кого. Тимыч, ты что? Или слез с дерева, кто там? Вы должны стоять не прям позади, а у правой или левой ноги. Надеюсь, немного того новенького не закинется. Так, этот, мини-купер, да, красавчик. Справа от тебя лужа, аккуратнее, я об этом. Маг, видишь, как выносит метку? Так тебе да. Нужно будет, если на тебя кинется. Смотри, как нужно. Вот, смотри. Так не нужно, так не нужно, так не нужно ни в коем случае. Туда вообще не бежи. Залейте эффект ману. У меня одна слава сердце разбила, не заливает больше. Все скинулись артефакты. Смотри, вот так. Вот так. Выносишь сюда. Ждешь. И пошел. Да, туда же выноси. Пипец, какой-то кот слапает в ложах. Мне кажется, это Тимыч стоит под боссом, нет, стоял. Да бля, урони Тимы, да и в пизду его. Кого удалить? Уроните, уроните его. А, кто вздыхает? О. Ну да, кажется, это след с дерева слакает. Я по краю бегу. Ну это, Тимыч. Да, он по краю. Я сказал, подбегай. Бля, подбегай, там Тимыч, лепку. Тимыч, уйди. Хух, успел. Теперь назад. Ты вдруг кошка. Пипец, эта метка любит пану. Хилгран, АФК стоишь? Назад, назад выноси. Выноси, да. Вот. Так, сюда. Молодец. Выходи, кошка, выходи. Только кошка, уходи из-под ног. Тимыч, Тимыч. Выйди, Тимыч, выйди, Тимыч, выйди. Выйди, выйди с рейда, выйди. Почему я увернул? Ты в луже остался. Там кидается лужа, и ты в луже не ушел. Или я не там ушел. Так выбеги из лужи-то. Слав, чё мне во Фроста? Да. Нет, да, не знаю. Да, ну вы сделаете так, чтобы там не было вайпа. Ну за одну сторону я за себя ручаюсь. Вторая... Там уже пускай два ханда бегают тогда. По трубе аккуратно идем. Вообще, там два ханда справятся и два любых тела. Вот там, не знаю, вас и кто там еще. Вот я уже до танка переобулся. Ханты, вы сможете скелетов? Покайтить. Там не надо точек. Хантам кайтить, надо кайтить Павлу. А хантам только ловушку кидает и все. Ну смотрите, я тогда обратно скину. У каждого ханта, чтоб челик был, который по ловушке бегает.
там. Кто-то упали. Я Хантер упал. Аккуратно спускайся, чтобы босса не запулить. Мог. А что это сверху над глутом висит, не пойму. Где? А, потолок просто под... У меня пишет, не дочерпнулся. Это столик для него, чтобы он кушал за столом. Да нет, просто провалил эту. Крыша провалилась, а чинить никак. Там людей вот там как-то надо. Там крыша не так сделал. Чё, никто не слыхал? Рыбу не буду ставить. Или ставить? Ставь. Ставь. Там брит умер у нас. Килограмм. Мне кажется, что где-то в оригинале он должен был на этом столике лежать, типа как лежанка. А вы знали, что Наксормаз хотели сделать через Стратхольм вход, короче, или не прости, это как называется? Стратхольм, через Стратхольм. Так, тут смотрите, значит, турбоёж с Клипсой. Турбоёж твинк турбоёжа паладина. Клипса хочет на спек ДД, который у него стал мейн. Вот. Как с вами поступать? Тебе не горит? Тимбичу я дал уже. Это Буе. Это Буе, говоришь? Заебись. Да. Да. Ты чё, Войт, спишь? Ну да, уже поздно. Это параша просто бесплатно. Что бесплатно? Параша. У меня такая сумка валяется на распро. А я, пожалуй, возьму. Это бесплатно. Нет, прикалывает вообще. Сделай вот четвертую кнопку, я заберу это говно за бесплатно. Реально будет. Вместо грида. Че, вы готовы? Я готова. Кто с Тагариусом танчит, кто здесь? Назовите. Тагариусом, Васа. Я ушел туда, на ту сторону мобов ходить. А с Тагариусом? Ваша... Клипса тогда остается. Странно. Хотя сказали Клипса с... Давайте, раздуплитесь, раздуплитесь. Потому что Хант не закайтит, он сдохнет. Сука. Я же говорю, два ханта и два тела к ним. Здесь два танка. Чё вы? У Бигвара яд есть анестезирующий? Я не хочу вайпануться. Макс, а ты макросы юзаешь на шир? Чё, я? Не, Макс, кто? Есть макрос такой специально, ну, одеть типа в левую руку кинжал. Мам. Ну, да. С определенным нет. Ядом. Прожимаешь shift, он сразу одевает этот дагер с этим ядом и ударяет. Потом обратно меняешь. Таким же макросом. Тимыч, сходишь, побегаешь по ловушке с хантом. Прием. Вот где этот хули, никто ничего не распределил, блять. Вот где звезда, там турбоёж. Вот где кружок, там этот. Я Хантер. Иди, Тимыч, где звезда, где кружок, там вас и стоит. Все. Тебе тащить мобов главное не надо. Съебывай от них по ловушке, по ледяной. А то сдохнете. Ну и Настя их хилит. Только что ловушку не там, не там, где печенька ставится, а ближе ко мне стоит. Все, го. Го-го-го. Я интересно, для чего макрос сдаю, чтобы вы пулили на третьей секунде? Да, мне уже. Ловушка есть.
Я повожу. Если что, ты заберешь меня. Вот эти напулы, вот запомните, Бигвар, никаких спула напулов на мага не может быть вообще никак. Напул должен быть на танка. Сдохли ли три человека? Запомните навсегда, напулы первые должны быть на танка. У вас мало того, что два ханта не напуливают, они стоят там, ты напулюешь на мага. Как это понимать? Сейчас уже три человека сдохли, что вы будете делать? Там у них 400. Ловушка. Просто 3 человека по 6к ДПС в минус ушли. Вот и бэрайте теперь. Кого поднимать? Войда, а Войд меня. Вообще можно всех поднимем, можно Геру сдать, в принципе, быстренько сейчас его накосим. Пипец. Забирайте. Свич мубов. Стан, знаете, 7. Откиньте, еще один раз, откиньте. Чтобы тайфон еще слева проходит, ставьте им. Давайте этих зомбарей. И все в них свечи. Все в трэш. Все, них не надо. У меня турбо сдох. Да хули нубы, потому что. На кружке это, да? У кого с друидов БР есть? Только Тимбыча. Ресы турбо ежит. Залейте артефакт ману. Блять, Настя, блять. Ну как я без ловушки водила, я тебе отвечаю. Тебе вообще нахуй не надо водить, пускай рейд вайпается, блять. Ну, я вообще не знаю, стоит, я не знаю. Кто будет хилить их? Мне хилить или что? Так я и хилю. Там еще проходит два. Вы вообще не понимаете, нахуя вы здесь, что вы должны делать, да? Сводите, я же поставил. Сводите. Сводим сюда. Ау, ефу. Мини-купер, ебани гимн на ману. Еще одного забери. Все. Или нет, нет. Добиваем тех, кто без ХП. Забери, там обов Тимич. А, оставить залей, пожалуйста, ману по артефексу. А Хилгрен может залить по АДЦ. Пиздец, тайфуном ебашьте, чё вы, блядь, стоите? ССД, пожалуйста, залей по шаману, артефакт с пятой пати, инер. Я забрал. Мой косяк.
Не, у тебя есть БР? Сдай БР в Клипсу. Нет, никакого БР. Точно? Ну, я пока заткан на всех КД. Рот, сводите, сводите. Тимыч, Тимыч, повернись, тут с фул ХП мобы простачиваются, их забирай. Я полностью сухой. С фул ХП отходит, запускаем. Откиньте айфоном. Да я хуй знаю, блять. Будете бить или что, блядь? Тимыч, дай письмо, ну или... Тимыч бегает с вами. Только забери еще вам, блядь. Бесов тут. Один бросай. Быстрее, фул ДПС у тута. 10 секунд доберется. Это не ДПС глута, это пиздец называется. Таун да бабу. Блядь, мы же без гера били. Не надо гера вообще. Обычно здесь таун да бабу. Знаете, блядь, вот ходил с пугами, хан ставит ловушку, одно тупое тело, просто любой танк, бегает по этой, почему-то Васа справился, на той стороне залупа какая-то, Настя подбежала, какого-то хуя сдохла, нахуя? Тимыча я туда нахуя ставил? Вот вы мне объясните свои действия, блядь, турбоёж, нахуя ты сдох? Я что, просил наагривать мобов и вставать ебалом к мобам, блядь, издыхать? Как вы не можете раздуплить эту хуйню? Почему вы дохнете на этом боссе, когда вам не надо, блять, их танчить? Их не нужно дамаг ловить, они убивают. Их танк водит по луже просто. Как вы не можете это раздуплить, блять? Тысячу раз их водил, блять, кругами. Васа почему-то водит спокойненько, вы дрочитесь. И мобы еще уходят. И оттуда, блять, один, и оттуда десяток, блять, ушел. И мы били в итоге полчаса. Идите дальше. Не стойте там. Не танком или в ретрика переодеваться? Да, тут два танка в ретрика. Дагариус клипса заканчивает. Так, я вот теперь думаю отдать твинку Азраиловскому или отдать Визири. Визири, что скажешь? Нардру тебе отдать? Ну типа вот этот твинг, это не факт, что челик пойдет в Ульдуар. Ну и у тебя как бы сова тоже поприоритетнее. Если Эрдру терпит, хотя он в принципе из-за ОД покупается. Че, могу отдам тогда, да?
Дайте кулак, пожалуйста. Сами там делитесь. Сейчас. Так, Азраил, давай тоже на шипы обратно заходи. Народ, смотрите, кто новенький, кто не в курсе, что делать. Смотрите, вот этих двух мобов белых. Кулак дайте, бро. Убиваем одновременно. Потом, после чего, вам нужно там, посмотрите, там с края платформы, с самого края платформы, на скиллухе, перепрыгнуть вот на ту дальнюю, где стоит, видите, такой робот. Вот, сейчас поставили там, видите, метку квадратик. И сейчас будет красная метка по другую сторону от него. Крестик. Ну, сейчас, короче, появится. Подождите, как при студии. А ну, чё? Вот, суть босса. Когда мы спрыгнем туда, босс будет пару секунд стоять, бить, хилить и прочее-прочее. Ну, дело, обычное дело. Потом босс кастует полярность. У вас появится дебаф. Типа плюс-минус, как магнит. Если плюсик, у вас появляется синий дебаф, вы становитесь в квадратик. Если красненький дебаф, минус, вам нужно будет стать вот напротив, вот где сейчас крестик появился. Вот, потом время от времени босс еще раз кастует эту херню, и у вас может полярность поменяться. Вы должны открыть свои глаза, посмотреть, какой на вас дебаф. Если он поменялся, соответственно, перебежали в соответствующую метку. Ну, вот в эту вот, которая моргает там. Все просто, и просто бьем босса, изи. Блять, регги кончились на лапу. Ну чё вы там? Куда лево, куда право, кто куда? Давай, Джей. Первая, вторая направо, а третья, четвёртая налево. Чё-то не так распределил, первая, вторая направо. Слава, купи регги. Меликов закинул всех направо, а РГД налево. Влад, смотри, короче, когда на босса спрыгнем, под левитацией только спрыгивай с платформы, вот на то дальнего. Если у тебя дебаф появился синий, это плюс, переходишь в метку синюю. Если красный дебаф минус, становишься в крест. Время от времени он может меняться. Давай. Следи за этим. Если поменялся, сразу кинул все хилки, говно, все проще, просто тупо перебегай в другую метку. Задрулю куда? Затрою идет на этот, направо. На ДЦ налево, я так понял. Нет, ТТ и мини-купер направо, остальные хилы налево. Кто пятый хил? Нет, Каннаме. Ну, это пать это хилы. Задрули успех, да. Рика, ты на ту сторону. Поставьте шкаф, сумоним пан. Так что по килам кто-то ответит, по какой пати идет? Ну ты и мини-купер идет к Фойхену. Остальные идут в Скалагу. Товарищи друзья с пятой пати. Я тоже так услышал раньше. Mm-hmm.
Дима, за трубу ты тоже идешь налево. Бифор остался. Сапфирон Кель еще. Склеп, интересно, успеем? Конечно, успеем, это 10 минут. Ну, пока сейчас таймер. Атака. Не, не показывай. А, у всех новый аддон. Не забудьте. Мне классно показалось, красивый кул. Рика сюда перебегай оттуда. Слева приготовьтесь, если что, стопать. Разница 500 тысяч. Не Купер, давай там лучше похиль. Артефекс лагает. Я меня туда не пойду. Стоп, левая. Левая стоп с дымах. Левая стоп полностью стоп. Продолжаем левая. Фойгена стопаните теперь немножко. Стопаните, блять, разрыв 8%. Там 200 тысяч разрыв. Все, подождите. Убиваем. Судно. Почти одновременно. Не допрыгнул. Мах один. Приготовились. Еру давайте сразу спала. Простите. Гвинич подойдет, я ему новую еру дадусь. Только сразу не подходи. Приготовились. Близко к боссу не стоит. Разверните босс. Клипса, ты с той стороны? Нет, не смогут они. Оба танка на пусе. Приготовились менять полярность. Полярность. Шам, поставь ты там, пожалуйста, я гимн прожму. Поставил, читай. Да, Гера была. Дать Геру для Гнилочки Орландо.
Приготовились, поменяли. Если можете, босса разверните. Побежали. Приготовились. Индер, может кто по звуку переждать? Спасибо. Приготовились. Приготовились, поменяли. Возможно, версу славим. Бабу не забудьте поражать. А минусы остаются здесь. К боссу не подходите, вы сдохнете. Плюсы уходят, телепортируются. Это был Евроид. Зачем ты сказал? Те, кто сдох, вставайте. Но только не подходите к другим людям. Хапало, заебись, надо кому-то. Все, можем бежать все. Нахпал, ты имеешь в виду... А, пушка. На третий спектр. Давайте на шарик. На шарик нажимайте. Спасибо большое. Угадал, да? Ну, у меня есть, да, третий спектр Holy Paladin. Вот я пару раз попытался поиграть, еще учусь на нее. Это параша надо кому-то? А? Не, дерево дайте. Там у Насти. Кому печь нужно? Там дерево. Какому дереву? Дуб. Тот, с которого слазит.
сюда бежит. Микроофнутый. Говорю, не, не надо. У меня шлем 226, а все остальное в сете. Ну, тут я сразу скажу. Пойду-ка я в Даларан и похилю спокойно этого босса. Дайте портал в лагерь. Ты вместо меня будешь хилить или со мной? С тобой. Ты тоже хиль. Влад, дерево, смотрите, вы когда портанулись из той комнаты, появились в самой серединке. В серединке там есть такой шарик, небольшой стоит, как тумбочка синяя. Нажимайте на него, ага, вот. Только я тебя на шамовский тотем, конечно, кину, ну, типа. Слышите, дерево и мини, смотрите. Домок, иди за мной. Смотрите по боссу, страта, быстро обновляю вашу инфу. Отбывай. Босс танчится в середине, все стоят разрозненно, время от времени он бросает, короче, дождь на какого-то челика. Этот челик должен выбежать вот сюда, ну, к стеночкам, и тут вот вдоль стенок бегать от этого дождя, потому что этот дождь за тобой будет бежать. Перестает, дальше начинаешь делать свое дело. Потом босс взлетает, кидает в троих человек глыбу, вам за эту глыбу надо спрятаться. Потом, потому что когда он взлетит, появятся три глыбы, ну, заморозит кого-то троих. И спустит вниз такой шарик ледяной. И этот шарик, когда об землю стукается, ваншотает, короче, всех, кто не спрятался за глыбу. Все. Изи-пизи. Две механики. Стой, бей, хиль. Ешь, молись, люби. Что, рыба там есть у всех? А, Зраил же ушел. Сейчас, секунду. А что там, 130. Может ДКшку, который ПВП сейчас. А чё, ему надо КД ловить? Да нет, зачем? Ну, хорошо. Бля, Войд, у меня пинг 16 такая, я не знаю, сейчас ещё разговорим с ним. Ну ты цепуху хуярь, да и всё. Ну смотри. Тут три эрдро. Попробуем затащить. Чё, нам все готовы? Что, поехать, товарищ? Гаси его. Крипсы там нету вроде. Давайте их расплавить или что? Да, там кот летает. Нахуй ты в рейд заносишь эту пизду? Рэндж. Встали за глыбы.
Я пойду роутер перезагружусь, точно. Блин, тогда как тебя хилить, если я служу? Там минус 3 хила. Влад, ты понял свой шаг, да? Стоял, подожди. Райт, что ли? Мини-купер БР после этого. Закиньте мне кто-нибудь инер. Кто-нибудь ник сразу говори. Привыкайте ник говорить сразу. Я просто не знаю, у кого тимыч, я имею. Тимыч в этого, Warlike. А, КД. И кто гажи с ревно с микрофоном осторожно там. Рейнджу набрали. Клывом побыстрее подойдите все. Спрятались. Милик это уже на Тимыче шули. Есть еще один бар. Выхода есть бар? Посмотрите, да нету. Ой, да, его за другую есть. Тима Чиннер по войду наш. Визирия по артефексу. А, стоп, я умер? Не, не надо по мне БР. Ты не умер, ты жива. А я думал, что арти умер. Ты так сказал, как будто я умер, но... Ну я не знаю, меня висит, я просто нажимаю все пуху покидается. Ну все ты хилишь себе. А, сейчас он умрет. По задролю. Сейчас, да, три вагона умерло. По задролю. По задролю БР. Минус один, там у артефекса лагает сильно очень. 4К хилит. Варлайк только иннер, дайте. Тут он у нас нету. Визирь нет, уже есть.
будем в вагоне Хантер. Успеем добить. По мане сел. СБРФК, да? Видимо, да. Добиваем. Как заебало это пиление бесполезное падать. Смотрите, шея. Так как 26-я, 25 гп считается. Смотрите, она танком идет, палом, уваром и РДДшником. Скорость, меткость там, с дыркой. А чё, вот это сейчас ролится? У меня получение сведений. Это перчатки, 43 крита, 38 меткости, без дырки. Интеллект и выносливость. Дерево, мини-купер, смотрите, что делаем на этом боссе. Короче, все тупо вначале забегают в кружок, в центральный. В этот центральный кружок идут мобы. Мы из кружочка не выходим, убиваем мобов. Вот, потом выходит босс. На мана-юзеров босс иногда накидывает такую метку, череп. Типа, короче, если когда эта метка, ну, оттикает, в конце она дамажит рядом вас стоящих на количество вашей маны. Это надо вынести из рейда. Милики сбивают косты. В принципе, все. Когда МК будет, там надо... Ну, короче, это не ваша забота. Так, я захожу. Сейчас проверю пинг. Так, ну хил грант слабый. Арти, что у тебя с пингом? Ну, 520 как бы. Хреново, но ничего сделать не могу, я за роутер рванул. Ну, задрулю давай в сову, я в хиле побуду. Самое основное, из-за чего здесь вайпы, это когда берет в контроль три человека. Если вы не успели кинуть вихрь, то это вайп. Стопаете сразу АОЕ, сразу контролите моментально. Если пока сова кастует, вы должны дать стан за ретрика, превратить в жабу шаманом, кинуть овцу, кинуть фир,
все что угодно, только чтобы люди не убили. Они сразу будут хилов убивать. Поэтому гнидыч СС на Настю, Рика, на Войда. Кошка на... Хуй знает. Давай на артефекса. Очень жирно, пожалуйста. Что там, готово? Все готовы. Ну вот, за ромбиком. Заходите за линию. Кулак можно дать? Пожалуйста. Пошли в центр. Ну вы там говорите о хиле. Ветка очень плохая была, идея бомбу повесить на банши там паки. У вас пукан не горит с того, что 80 метров поставили от отображения индикаторов противника, вот эти красные? Бля, я даже не заметил. Меня слишком много и нет фреймов. У меня UI стоит, я типа нет. Все как было, так и осталось. Короче, смотрите, вторая фаза, там все на вашу реакцию. Красная метка выбежить, или как главное смотреть, если выбежит, его не выбежит. Потом рейндж от танка, чтобы танк замораживать. И прохиливать. Или зону, если будет, она замораживать. Ну и черепок. Там, если на рейдика кидается, можно не убегать. А на РДД, если кидается на флот, нужно отбегать от людей. Если не бежать, то такое количество, которое маны у вас есть, вы сколько урона нанесете в радиусе там, 12 минут. И все, и самое опасное, это 3 человека будут в контроль. Блять. А так хуёво слышно, вот, когда говорю сейчас? Тихо стало, как будто бы дальше сел. Да, да, просто дальше сел. Сразу спали. Контраст. Там, наверное, Моги на стол закинул, чилится. Ну, типа, самое главное, контроль дайте. Вот, если вы успеете, сыграете на реакцию, то просто убьем с первого трая. А если затупите, вы понемся.
кель в бою. Хилам центр освободите. В центре должны хилы стоять. Метка. Кстати, водить босса вообще не обязательно. Просто от правой ноги в левую перебегайте и все. Под юбку заглядывал. Метка там. Он не стыдит. Контролим совы, код контролим, быстренько визирю законтролили. И хилим. Хилим, хило, блядь. Видали, как запиздить меня хотели, блядь? Видела. Или... Я остановила хил, и они будто бы не замечали, что я хил. Может, у тебя там типа ходки есть, типа, или типа программа сработала? Ты типа притаилась такая, да? Да-да-да, я подумала, лучше не надо. Они просто рядом со мной стоят. Как знаешь, в фильме «Мумия», блядь, эти мертвецы-то идут, Имхотеп, и там этот брат вот этой главной героини, такой тоже... Сейчас, да, прохилю. Такой тоже дурака включил, блядь. И с ними вместе им такой, блядь, Настя так же. Да ё-моё. Задролил ты где? Готовьтесь, там еще контроль может быть, прям вы ждите всегда. Косты не забивают, или мне кажется? Тут рандомно выходит контроль или что? Я думал, может быть, по ХП? Я хуй знаю. Ждите, он может быть в самый неприятный момент. Там шаманы на ману. Ставлю. Геро. Метка. Геро. Давайте Геро. Кас убиваете, то Гариус без шмота. Хилгран, выйди с рейда. Все, можешь вернуться. Чувствую, будто вот сейчас контроль дэс. Метка. Да, это контрольте.
Не пойму. Чё он вздыхает? Метка. О боже, этот маг худенький. Да забей на меня. Вот сегодня, кстати, ходили в Эдоже. Пипец, такой момент, один хил остался, у которого нет маны. А он на моем руке ровно одно хп. Я такая, блин, куда прятаться? Видел? Неплохо. Кстати, эта шапка уже третий КД подряд падает, да? Не расходимся в ОСА, полетим сейчас быстро. Ахнем босса одного. 15 минут и свободно. Спина хорошая, блин. Кому ничего не надо, портуйтесь для Лоран, летите в склеп. Куда? Не, я уже не смогу, к сожалению. 15 минут, Настя, сможешь, сможешь. А? Это 15 минут. Ну, так, ну это, понимаешь? Я думаю, арти надо, да, браток? Да, надо, мне с духом говно. И без хосты. Спасибо. Там можно занять, да? Что занять? Ну, топор на танка. Не, у меня штанг основной. Клипса, клипса? А, васа? Да. Не, я спасибо. Не, типа, мне не это самое, я просто если... Да забирай, никому... танчить будешь, нормально. Спасибо. Так. Визирия вышел. Че, в САН летим, да? Так, сейчас я 150 дам. А че, люди поливали или че с рейда? Что-то я такое слышал. Я Хантер вышел. Кошка Мурка. Я тоже отваливаюсь, к сожалению. Можно перед ульдой сгонять, вот прям вообще как бы то же самое будет. Всем спасибо. Спокойной ночи. Пока. Ну, все там уходят, давайте тогда в другой раз как-то сайт. Можем по какую-то десяточку, если кто-то еще остается. Кто там вышел раньше, блять? Пошли Накс 10. Кто с рейда раньше вышел, ИП не получил. Есть такие? Или вам не надо? Там уже с дискорда вышли. Я Хантер и Кошка Мурка, по-моему, двое вот этих я листал по списку. Ты в Диси, я Ханта. Мы идем куда-нибудь. Нет, все.